Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». И у нас с тобой ивент. Так, Пенни что-то тут побубнила. Не дайте зомби раздавить ваши цветочки, то есть вот эти. Я понял, так, что у нас там? Я видел гаргантюа есть. О, звездочка, это хорошо, ребята. О, нормуль. Так, а вот это вот идут, бегут. Так, ну что, будем бомбить? Куда, наверное? Ну, вот сюда, для начала. О, тихо. Ух, тут еще и заморозка идет. А дадут мне какой-нибудь цветочек, который может растопить этот лед или нет? Я надеюсь, дадут. Да долго ты там свой комочек-то будешь, а? Стряпать. Куда влупить-то? Наверное, вот сюда все-таки лучше. Так, предположим, теперь вот сюда. А ты у нас бомбанешь вон туда, потому что они там. О, спасибочки. Это мне пригодится. Так, есть где-нибудь комочек? Нет, ни шиша, никакого комочка. Вот это плохо. Так, атакует, атакует. Давай туда, прям в кучу к ним. Ага. Толкатель. Толкатель, ребята. Блин, заморозились. Да как же так-то? А мне тут не дадут, я так понимаю, да? Растение, которое может отогревать. Они же замерзли, все. Напрочь. Все мои растения. Ну, не считая, конечно, вот этих, потому что им по барабану на эту заморозку. Там уже гаргантюа я слышу. Ага. Дают картошечку. Она мне поможет тут, картошечка-то эта, а? Ребят, я не знаю. Давай сюда. Так, вы, наверное, сюда. Так, куда еще-то бомбануть? Комочек снежный готов? Готов. Давай. Мне нужно гаргантюаху. Молодцы, красавчики. Так, влупляем теперь по полной программе. Мне главное, чтобы они не раздавили цветы. Вот эти вот, ребят. Что хочешь делай, хоть отталкивай, хоть что, но они не должны к ним подойти. Так, звезда, оттаивай давай. Вот здесь тоже будьте добры оттопить. Так, влупляем сюда. Что-то он идет, ребят, я даже не слышу, чтобы он там играл на своем пианино. Слышь, только как оно лопнуло. Так, где комочек, вот он. Сюда влупляй. Бумс, нормуль. Так, тихо, я смотрю. Ребята, а что мне только комки-то дают, эй? Ну-ка, вот этого надо, ребята, он там замораживает. И что делает, что творит? А этот-то куда идет? На, получил. Этого нужно бомбить. Ага. Вон тот, видишь, издалека бомбит, начинает. Свои эти... Да что такое? Сколько картошек мне надавали? Зачем столько много-то? Нет, я не против, но хотелось бы что-нибудь другое, ребята. Комочек. Там он, смотри, гаргантюа идет наверху. Оу, тихо. Отвалите. Где комочек? Вот он. Так, сюда бомбани. Ой. Выгоняем. Выгоняем всех. Так, этого толкателя еще нужно как-то уничтожить. Иначе он сейчас затолкает. Ну, и чего ты? Где еще снежные комочки есть где-нибудь, а? Так, остаются вот эти вот два. Последние. Так, ты хорош толкать уже, а? Эй! Хотя, подожди, может быть, обойдемся? Все, ребят, справились. Блин, ну все равно пришлось потратить финансы мне. Надеюсь, не зря. Так, понятно. Отлично. И 1000 голды. Блин, я даже не знаю, стоит ли нам еще разок. Давай, наверное, сыграем. Фиг с ним. А дадут они мне? Дадут. Кстати, я забываю, что у меня газонокосилки же есть. Елки-палки.
Так, ставим сюда. Звездочки пускай здесь стоят. На переднем фланге. Куда ты там бежишь, а? Давай, наверное, вот сюда бомбанем сначала. Надо уничтожать нам его. Так, этого сюда. Что ты там хрюкаешь? Ням-ням-нямкает он мне. Смотри, 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 бежит, бежит, халабуда. Сюда, в толпучку, правильно, в толпу надо, ребят. Чтоб побольше дамага нанести, да? Так, секунду. Здесь слишком много вас накопилось. Давай-ка их разбирать всех. Сюда. Так, нормуль, успели. Да блин. Комочки, комочки снежные. Бросаем. Давай-ка, наверное, вот так с собой сделаем. Ну что, шикарно. Тут ничего не скажешь. Так, этот у нас бросает снежные комки. А где у меня картошка-то горячая? Почему не дают ее? Я жду картофель. Ой, туда, наверное, бомбанем. Что-то тут явился, не запылился, ага. Думает, я буду на него тут любоваться. А вот и картошка, ребят. А вот и картошка, а вон там и гаргантюа, да? Бежит. Так, сюда звезданем. Теперь сюда. Сюда и вот сюда. Так, картошка пока вот сюда, наверное, растопить надо. Влупляем. Ну, пока все вроде бы нормуль, да, под контролем. Вроде как под контролем. Так, этих что-то не добили мы с тобой как-то. Все, отлично. Как бы растения хорошие, но и в то же время не очень. Как по мне. Вроде бы вот и дамаг есть, и все, но что-то вот что-то не хватает. Не знаю, что, ребята. Чего не хватает, там фиг его знает. Так. Не надо вот тут, вот, пожалуйста, вот этого вот делать. Заморозили они мне тут все, понимаешь ли. Так, смотри, что тут творится. Идет, подбили, молодцы. Красавчики. Так, смотрим, ребята, смотрим. Внимательно, нельзя нам с тобой никого допустить. Вон там он гаргантюа, ты видишь, идет. Вот тут вот, наверху. Блин, придется, ребята, сдувать их. Ну! Другого варианта не было. Так, куда ты вот хлыщ идешь, а, мелкий? Так, давай тут, наверное, разберем с тобой. Комочек-то есть? Есть комочек. Я поставлю вот сюда еще, наверное, одну звездочку. Блин, вот тех нужно бомбануть. Так, гаргантюа упал. Это тут со своими комками, ну. Давай, короче, вот здесь добьем. И остается последний вот этот, да, который у нас бросает. Ну, с ним будет проще. Так, все, ребята, опять же, не обошлось без того, чтобы я не потратил свое золото. Ну и фиг с ним. Давай открывать. Так, ледяной дракон. Опять дракон. И 1000 голды. Ну что же, с ивентом на сегодня хорош. Давай дальше продвигаться. Так, теперь давай зайдем сюда. Посмотрим, что у нас тут. Угу. Выполнен квест. Еще один. Так, хочу посмотреть, что у нас тут по ивентам. Слушай, есть один. Ice Bloom. Можем поработать на него. Давай посмотрим, что тут за задание. Ага, гаргантюахи. Механический причем. Поэтому, о, кукурузка. А это у нас есть, да, Ice Bloom? Насколько я помню. Он у нас работает как кто? Как замерзальщик.
Замораживает. О, арбузик. Тихо-тихо-тихо, мину сюда поставим с тобой. Все облепим кукурузами. Так, и еще один ледяной арбуз. Ледяной арбузик, это хорошо, это всегда классно. Так, айсблум. Заморозочка. Жик. Отлично. Так, он еще, причем, ребята, может почему-то как бы за нас сделать зомбаря. Не знаю, от чего это зависит все. Ты видишь, да, он что-то развернулся и пошел. Что-то замороженный вообще насовсем. Насовсем парень замороженный. Так, тихо. Ну-ка, заморозка. Окей, предположим. Так, главное, чтобы нам мина-то, ребят, созрела. Ну и, как ты понимаешь, помогла. Они сейчас наступят на нее, и будет большой бум. Ох-хо-хо-хо. По-моему, пора активировать. Неплохенько, я тебе скажу. Очень неплохенько. Еще бомбим. Ну-ка. Ага, ага, идет. Гаргантюаха вон там, видишь? Да, именно она, ребята, раздражать будет меня. Еще одна, серьезно, что ли? Погнали. О, я сюда побольше мин положу, чтобы они наступали на них и, соответственно, взрывались. Так, можно еще, ребят, заморозочку врубить. Ай, как прекрасно. Как прекрасен этот мир, полюбуйся. Заморозился. В нужный момент, ребята, он заморозился. Так. Лишь бы не отошел, пускай моя там миночка. Опа. Солидно, я тебе скажу. Ну что, первый этап у нас с тобой пройден. И это круто. Ну что, плавно переходим на второй. Давай смотреть, что у нас здесь будет. Надгробие. Петушара там, друзья мои, петушара. Так, ладно, этих мы подождем. Я не знаю, ребята, айсблум, когда замораживает, он куриц уничтожает или просто их замораживает? Так, сюда поставим. Ну-ка, нафиг, я знаю прекрасно, что это будет. Эй. Ну-ка. Ой, я почему... А почему? Эй, вшивый. Блин. Так, нормуль. Предположим. Тринь. Ага. А на летающего это не распространяется, да? Он у нас такой обособленный, так скажем. Нет, курицы, вы даже не думайте сюда лететь. Даже не мечтайте об этом. Ну, офигеть делать, ребят. Тихо, у нас везде с тобой? Везде, да? Отлично, значит... Значит, они не пробегут. Ну-ка. Жик. Не всех замораживаем, к сожалению. Ну, и этого достаточно. Давай сюда поставим. Не нравится, да? Ай, не нравится им. Мне тоже не нравится многое что. Вот, например, вот эти вот гаврюши мне не нравятся совсем. Слушай, пора, наверное, знаешь, что сделать? Оп. Хорошо таких, да? В кристаллик загнала всех причем. Надо делать вот так, ребята. Вот так. Куда ты, вот куда ты летишь, а? Вот летит голодранец. Заморозка. Джинь. Ага, курица, значит, все-таки он уничтожает полностью. Все, я понял, ребята. Заморозка их уничтожает. Вот именно этого я и хотел узнать. Так, мы можем с тобой здесь ульту вот так вот сделать. Тюнь-тюнь-тюнь, выпустить крокодильчиков. Окей. Ты посмотри, идет, а? Идет зомбарик, но не дошел. Чуть-чуть ему не хватило. Давай вот так вот. Тикс. То есть этот айсблум, он иногда, ребята, вот может просто заморозить, а иногда просто в ледяную глыбу их превратить. Ну, давай, крокодильчик, уничтожь его, пожалуйста. Пожалуйста, уничтожь его. Нет. Первый раз, когда он идет, он снимает с него
ведро с головы. А на второй раз он уже его уничтожает. Но, тем не менее, мы прошли. Ну что, двигаемся с тобой дальше. Так, третий этап. И что у нас тут поджидает? Покажите мне, пожалуйста. Ох, ё-моё. Гаргантюа-палач и водяной гаргантюа, да? Хорошо, орешки. Орешки. А толку мне от этих орешков именно здесь? Тем более они слабенькие у нас. А, ну тут айсблум есть, ладно. Мы их придержим пока. Как говорится, на крайний случай. Пока у нас с тобой будут электрофонарики бомбить. Ну, я бы сказал, что это электрокамыш. Но они выглядят сейчас как электрофонарики. Окей, предположим. О-о-о-о, забурлил, забурлил, ребят. Идет. Естественно, он орех с удара снесет. Тут понятное дело, поэтому нам придется, скорее всего, с тобой использовать айсблум. И желательно сейчас. Чтобы он пока стоял в заморозке, мы могли по нему бомбить электричеством. Что, уже оклемался, что ли? Что-то быстро ты как-то, парень, оклемался-то, а? Еще один, да? Ну, там уже палач вышел. Что-то мне совсем вот это не нравится. Мелкую-то эту поджарим или нет сегодня? Поджарили. Кактус. Кактус, это, конечно, хорошо. Ну-ка. Нет, я все понимаю, но он сейчас отойдет. А, нет, все, ребят, мы его подбили. Подбили, и слава богу. Так, что тут происходит? Тут происходит трэш. Ты посмотри, какой. Мне нравится. Я обожаю, когда вот так вот все происходит. Но в то же время мне не нравится, что этот идет. Идет, идет Гаврюша и начинает свою плешивую бросать. О, айсблум. Дзынь. И отличненько все. Так, получается, мы с тобой уничтожим, будет прекрасно. Сейчас мы, знаешь, что с тобой сделаем? Вот так, наверное. Что-то как-то плохо сработало, да? Вот, совсем другое дело. Ну что ты, что ты, что ты свою плешивую эту бросаешь, русалочку, а? Фигову. Зажарили, да, хрустящие корочки просто-напросто. Вот так вот. Тинц. А, то есть это, грубо говоря, ребята, все, это уже не железо, да, когда он такой вот замороженный. То есть... Через это даже пролетают, ребята, наши снаряды. Понятно. Я думал, что мы его как бы за себя делаем. Нет, мы его просто замораживаем уже нас совсем. Ну что, еще два этапа у нас с тобой впереди. Поехали. Получим за прохождение этого ивента 50 семян. Я так понимаю, рандомных растений. Так, здесь бык. Здесь бычара. Который будет, естественно, разбегаться, да, и перекидывать своего малыша этого, который там сидит, наездник, ковбой фигов. Так, ну давай. Ну? Да ну, хорош, 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 мелюзга. Придется на каждую эту линию устраивать. По горохострелу. Другого варианта нет, ребят. И замораживать, если что. Это уже на крайний случай. Крайний случай, по-моему, уже подошел. Окей. Давай сюда выставим. Так. Наверное, еще рядочек с тобой выстроим. Потом уже будем, наверное, прокачивать, да? Усиливать их. Я считаю, что это как бы оптимальный для нас вариант. Ага. Так вот даже. Ну, неплохо. Дзынь. Ага, тут даже вот так вот. Окей, ну давай, пускай будет бомбить. Давай сюда поставим. Ну и чё вы вот вылетели, радостные такие, побежали они. Фигушки вам. Так, давай-ка вот так, наверное, сделаем с тобой. Прут, а со своими бочонками. Блин, мне не нравится, что-то происходит, ребята. Как-то... Ага. Нормуль. Совсем, совсем другое дело.
Да тут лучше поставить, наверное, сюда прокачивать. Да? Ага, наверху, я вижу, ребят, уже буйвол этот появился. Не только наверху. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзья мои, сейчас перекинь своего этого ханорика. Сработает у нас с тобой газонокосилка, к сожалению. Ну, а что поделаешь. Заморозочка. Так, что мы с тобой сделаем? Вот так, наверное. Я думаю, это оптимальный вариант. Не надо выбрасывать свою голодранку эту, а? Свою русалку эту недоделанную. Но... Только не говори, что ты еще подбить не сможешь. Вот и все. У нас вон как раз заморозочка подскочила. Ну что, вроде бы неплохо. У нас остается еще. Еще последний с тобой эпизод. Пятый. Так что, поехали. Кстати, мы с тобой давно не играли, знаешь, во что? В ПВЗ-герои. Да? Так, а здесь не легче, ребята. Здесь у нас очень много надгробий. Зачем? Зачем так много? Так, это у нас с ультой. Мы придержим его на всякий... О, тогда будем использовать. Куда ты прешь? Ну, куда ты прешь, а, пиратик? Так, вот это вот не надо нам, вот эти вот пушки. О, видишь, какие. Свекла-строитель, елки-палки. Нет, 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 тут заморозка. Тут, смотри, видишь, и маги идут. Тут и этот ханурик. А ну-ка. Атя, нормуль. И еще заморозочку, да, наверное, влупим. Чпок, и готово. Куда ты, хлыщ, идешь, а? Вот куда ты идешь, я тебя спрашиваю. Бежит он, разогнался тут, сломя. Ой, у нас здесь с тобой нет растения. Теперь есть. Влупляй. Айсблум. Жук. Где их тут больше всего? Наверное, вот тут, да? Отлично. Дай-ка еще разок. А? Классно. Сейчас я их тут везде понатыкаю. Пускай они там на ранней стадии, как говорится, уничтожают. Очень прекрасно, ребят, вообще на изи. Но опять же, нам повезло, что у нас с тобой свекла сразу была под ультой. За счет этого, в принципе, мы с тобой здесь и выиграли. Отличненько. Ну что же, мы с тобой забираем 50 семян. Я так понимаю, на рандомных растений. Так, денежка прилетела. Давай смотреть. Что нам выпадет? Угу, кокосовая пушка. 10 семян. Так, солнечный томат. Окей. Шипастая лужайка. Угу. И галактический орех. Все, по-моему, да? Ага. Gold Bloom. Все, ребята, получили наши наградочки. Больше здесь такого ничего нету. Ну что, у нас с тобой остается Пенни Пурсует. Так, подожди, почему у меня... Ага. Все-таки есть, да, продолжение. Так, ну что, ребята, будем с вами двигаться дальше. Кстати, почему здесь... Вот это я не проходил. С какого перепуга уже здесь пройдено? Кто за меня здесь играл? Я вот этого не могу никак понять. Ладно, не имеет значения, кто это играл. Ну что, мы с тобой, наверное, начнем. 600 монет здесь разыгрывается, да? А здесь у нас 5 штучек. О, 8 уровень. Я не потяну, наверное. 8 уровень. Давай лучше за деньги поиграем. Поехали, посмотрим. Блин, лучше на арену, наверное, надо было идти. Ой. Ой. Так, что же тогда нам с тобой сделать здесь? Ну, пускай будет перец. Так. Есть какие-нибудь растения? Ага, галактический орех есть, улучшенный, да? Возьму мину.
Возьму, наверное, Дейзи сюда на всякий случай. О, прекрасно. Так, ребята, да, это у нас, оказывается, не льняное волокно, как мне сказали, а взрывной рис. Спасибо подписчикам, что вы меня поправляете. Так, ну что, здесь, наверное, возьмем... Кого тут лучше взять-то? Магнит не помешал бы здесь на самом деле, да? Он, магнит нам доступен? Доступен. Вот этих вот толкающих неплохо было бы взять, наверное. Хм. Ну и орех. Нет, зачем нам орех, если у нас галактический есть? Кого еще это можно сюда было бы взять? Ну, предположим, уменьшатор. Что скажешь про уменьшатор? Нужен он нам или нет? Вот и я не знаю. Я знаю, что нам нужен подсолнух. Это точно. Без подсолнуха мы, наверное, с тобой ничего здесь не сделаем. Где он у нас? Наш самый лучший. Не из лучших. Вот он. Ну что, погнали? Ну, первый ряд мы с тобой... Ага, первый ряд мы с тобой, конечно. Вот так вот надо делать. Ну, от него толку мало, ребят. Ну, он вообще не алё. Ни с чем тут не справится. Единственное, что вот мины, если только мы с тобой будем здесь выставлять. Так, сразу поставим с тобой орех. Пускай он здесь поставит свой барьер. Такое впечатление, что их здесь будет очень, очень много. Скорее всего, так оно и будет. Да, барьер ему, конечно, пока не взять. Нахрапом. Но если их здесь будет очень много, они, конечно, пробьются сюда. И вот это вот для чего дано? Зачем мне вот это вот дали? Еще одну тележку вот здесь вот именно. Пока непонятно. Магнит. Ну, магнит нам пригодится, пока будем ставить с тобой Дейзи. Будем ставить с тобой Дейзи, плюс... Ну, вот так вот. Пока. Хм. Сюда поставим. Так, мины. Минами, конечно, тут надо все, наверное, завалить, заложить. Магнит пока нам не понадобится. Пока. Пускай эти пульты тут стоят, катапульты. Что-то вообще не алло, ребята, они не помогают. Дейзи, пускай Дейзи будет. Куда ты там прешь, а? На всякий случай сюда поставим мину. Сюда вот так вот сделаем. Так, а там еще с тобой даже первые волны не дождались, да? Точнее, ну как бы, вот будет первая, там вторая. Удобряшку я возьму. Хорошо, пускай у нас с тобой, предположим, будут стоять Дейзи. Так, мину сюда поставим на всякий случай. Ну... Халапеньо там поджигает всех. Ну, это, в принципе, нормуль. А вот это растение мы с тобой должны сохранить, судя по всему, да, чтобы его не уничтожили. Давай сюда вот поставим. И мину. И Дейзи. Так, ну что, первая волна, ребят, готовится. Сейчас они побегут, естественно. Так, взрывается все, как и должно быть. Так, давай с тобой орех активируем, наверное, здесь. Активируем орех, активируем с тобой мину. Вот так вот. Сюда поставим. Еще активируем одну мину. Ну, в принципе, ребят, сейчас будет последняя волна на нас надвигаться.
Зачем я взял магнит здесь, я не понимаю, если я и так справляюсь. Ладно. Еще поставим мину. Сюда вот так сделаем. И мину, куда мину? Вот сюда, если только ставить. А, вот сюда в данный момент. Да все, тут побед за нами, тут даже и говорить не о чем. Прекрасно. Но все равно, ребята, это самый первый уровень сложности. Естественно, здесь я прошел. На второй уровне сложности вряд ли бы у меня получилось бы. 600 монет в плюс. Окей. Так, что мы тут с тобой получили? Ага. 5 гемов. Окей. Так, здесь у нас 800 уже дают монет. Хм, уровень второй. Сколько тут всего, ё-моё, тут дофига, ребята, уровней. А что у нас творится на арене? Твою ж налево, 9 дней, да? Соточку набить за 9 дней, слабо? 300. А что мы тут с тобой получим? Мы просто его откроем, получается, это растение, да? Или сколько здесь? Нужно 300 гербов. А сколько дадут, не показывают, да? Вот за 500 дают 200 штук. За 1300. Да. Не кислая такая прокачка-то получается, по большому счету. Я на 4-м месте. Давай сыграем, фиг с ним. Юнибы. Надо же, юнибы против нас. Так, смотрим, какая у нас с тобой пачка. Чё-то не то, ребят, да? Меня такая фигня не устраивает абсолютно. Мы с тобой сделаем свою пачку. Так, а что у нас было? Ты не помнишь? Если мне память не изменяет, мы с тобой брали мину. У нас была мина. Потом у нас вот так было. Да, сумрачная катапульта. Потом, по-моему, арбуз. Замораживали мы их, да? И все. В принципе, здесь больше ничего и не надо. Нам не дают с тобой здесь солнечной энергии. Так что можно Дейзи, конечно, взять. Дейзи взять. Хм. Да я даже не знаю, ребят, ну кого вот, по вашему мнению, лучше здесь взять? Капельку вот эту вот ледяную, чтобы замораживать их всех. Этот будет вызывать летунов, так? Так, летуны. Против летунов нам, ну, в принципе, клевер может пригодиться. Я просто не помню, кого мы с тобой брали в тот раз все-таки. Как-то у нас команда с тобой была. А, мы брали уменьшатор. Так, раз, два, три. Ну и вот так вот сделаем с тобой. Да? Ну что, погнали? Так. Ага, арбузы. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Минами все с тобой завалим здесь пока. И вот так. Все, я вспомнил, кого мы здесь забыли взять. Да. Как я его назвал, ледяной чай. Кто-то очень долго смеялся. Я сам долго смеялся, когда узнал, что это вообще не ледяной чай. Но, тем не менее. Эх, гуляй, ритузы, да? Так, тут начинаются взрывы, бумс, бамс, все взлетает к ядрене фени. Так, мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Джик, и все. Так, давай мины с тобой плодить. Вот таким вот образом. Арбуз, конечно же, арбуз. Погнал.
Да я думаю, тут, наверное, у противника шансов вообще нету на победу. Скорее всего. Я могу и ошибаться. Кто там звенит так противно? Да, ну, какие тут, ребята, тут вообще полный разгром. Ты сам прекрасно видишь, что тут происходит. Без шансов просто для них. У меня уже 600 тысяч, ребят. Я только начал играть, уже 600 тысяч. Давай быстренько их на уменьшаторе ловить. Чпок, и они маленькими становятся. Естественно, ежевика в бой. Мины в бой. Сумрачные катапульты. Все это в бой, ребят. Тем более, как ты видишь, это все идет под удобрением. То это вообще гарная смесь, так скажем. Шансов нет вообще у них. Хе-хей. Сосуночки. Ну да, ну посмотри сам, что происходит. Просто уже лям. Ребята, заработали. Так, это только начало. Трэш, полный трэш. Тут у врагов шансов нету. Все. Тут ужас, что происходит. Уже лям 200. Так мы с собой можем этот ивент полностью пройти. Хотя, опять же, все зависит от врага. Соперник может достаться лютый. Ага, смотри, вот видишь? Видишь, что происходит? Вот такой вот мелкий ханорик может тебе все испортить. Знаешь почему? Потому что он поджигает. Поджигает свои растения. И вот здесь как раз нужна была та самая ледяная капелька. Но, как ты видишь, опыта почти... Не опыта, а очков 2 ляма. Даже, да, 2 ляма с лишним. То есть победа за нами. Он тут... Ну, все зависело от противника, ребят. Нам слишком легкий достался, и мы его победили. Ну что, я предлагаю еще сделать один поединочек. Ро. Вообще, может быть, я все-таки поиграю все это дело за кадром. Такая халява, ребят, я не имею права упускать. Ну-ка, смотрим. Да я могу вот это вот растение взять и все, ребята. И могилки, в принципе, будут улетать только в путь, вот эти все. Ну, я буду снисходительный, так скажем. Так что... Просто поставлю здесь вот миночки. Ну, а дальше все как по маслу. Сюда. И сюда. Больше, в принципе, здесь ничего и не надо. Просто вот так вот, опа! Опа. Расплодил, так сказать, да? Дальше поставил сюда просто арбуз. Сюда поставил сумрачную катапульту. И, ребята, смотришь, наслаждаешься, как тут все к ядре нифиг не разносят. Вот и все. И никаких сложностей нету. Потому что все растения под ультой. Вот и все. Такая вот, ребята, сказочка. Уменьшатор, естественно, вызываешь. Потом вот так, хоп, и заморозочка. Халява, согласись. Так. Слушай, я таким успехом очень далеко уйду. Понимаешь? Очень далеко и много очков получу. Так, бомбим. Даже летающие эти нам тут ничего не сделают. Просто так вот, хопа, заморозку. Сюда поставим. Что там кряхтит? Кряхтун там какой-то у нас нашелся. А мелкий летит? Нет, не долетел. Мы его подбили. Так, ежевика, в бой. Конечно, лучше всего ледяные арбузы ставить. Как по мне. От них урона побольше, и они замедляют противников. Да, ну, сам видишь. Вот сюда вот влепить. Такими ледяными глыбами, да, бросается. Опа, опа, опа. А эти-то что здесь делают? Эй! Ничего себе. Идет довольный, а?
Сразу испугался. Мину увидел и испугался, ребята. А эти замораживаются. Я думал, что они нет. Не подвергаются заморозке. Все отлично, они подвергаются, ребята. Всех тут в разнос. Так, сколько там очков у нас? Лям 300. Лям 300. Так, ну ладно. Замораживаем. Сумрачная катапульта бомбит. Хорошо там бумкает. А, ты посмотри. Так, сейчас будет опять же два ляма, я думаю, да, у нас? Ну да, два ляма, не меньше. Хотя, подожди, 11 секунд, 12. Может быть, и не дотянем. Да, не дотянем, буквально чуть-чуть нам с тобой не хватит. Ну да, ничего страшного. Почти, ребята, два ляма там без 27 тысяч. Опять же, видишь, какой противник слабенький достался. Только лишь из-за этого я и выигрываю. Фига там, куда это? Куда это там? Ну, в принципе, я считаю, что можно здесь набить 100 гербов. Единственная проблема, это, наверное, в перчатках будет. Да и все. А так все это реально сделать. Ну, я больше уверен, что ты устанешь смотреть, если я буду здесь набивать эти 100 гербов. Я лучше это сделаю, наверное, за кадром. Так, получаем здесь конфетки с тобой. Окей. Так, по ивентам у нас только лишь на гемы, да? Достойный, и все. Ну, что-то я его проходить пока не хочу. Именно сегодня. Так, подожди, когда я зайду на огород, гляну, что у меня там происходит вообще. Угу. Это я все заберу. Посадим. Так, здесь тоже все посадим. И польем. Так, Жужу, иди-ка сюда, наверное. Вот так вот сделаем. Да? 5000 голды, то есть я могу, друзья мои, улучшить одно из растений. Какое у меня тут допустимо? Кукурузу могу улучшить, к примеру. Пенек, нет, пенек не могу. 10 тысяч стоит. Ха. Так. Ну, персик я им не настолько много пользуюсь. Так, вот. Гриб, магнит тоже не хочу, если честно. Уж молчу про водоросли и про картошку. Ну да, наверное, все-таки мы с тобой сделаем, знаешь что, кукурузу. Она чаще, ребята, у нас встречается. Окей. Да, и хотелось бы, конечно, какое-нибудь из растений купить. По одному растению в месяц. Как ты думаешь? Я думаю, что это будет справедливо, если мы будем с тобой приобретать. Что скажешь ты? Напиши об этом в комментарии. Ну, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!